Рабочащие. Рабочащие и колхозница. Е, потекло. Так, ой, я забыл совсем этот чатик открыть. Сейчас я открою чатик тоже. Ну все. У меня тут все видно. О, здорово. Вы меня слышите, да? Здорово, здорово. Да. А ты нас видишь? Я вижу твой. Ваша миссия, если вы возьмете за ее выполнение. Все хорошо, все правильно. То, что нужно, да, 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 да. Реал тайм. А стрим-то пошел, да? Да, вижу, что да. Пошел. Да, говорят, пошел. Вот. Короче, мы тут тестим новую систему реал-тайм транслирования напарником ага. стрима. Вот. Так что теперь ага. мы все видим. Вопрос. Ага. А где Катя? Катя, короче, рендерит обзор вампира. А-а-а, в последний момент. Да, она сказала, 20 минут осталось. 20 минут, Глеб, буквально 20 минут. Блин, извини, опоздал. Сейчас я включу. Вот. У нас музыка сегодня работает? А музыка? Слушай, я ничего не трогал, так что, возможно, не трогал, нет. Да. Не, а, блин, точно, мы проиграли шутку на тему того, что я должен был выдать себя за Катю сначала. Да, блин, ну короче, Даур, включай музыку, чтобы когда были мужики, в чат мог смело кидать «It's okay to be gay», ну и так далее. Ну ты мне подкинь эту ссылку еще раз. А, она же есть там, все, сейчас. Она же есть, Даур, ты сам ее заполнял, что ты как ленивый, а? Она же есть. Есть, брат. Ой, там уже... Анлаки Альфон, спасибо за соточку. Даур, ты знаешь, что после этого стрима тебе лучше в тюрьму не попадать. Да туда вообще лучше не попадать, на самом деле. Не только после этого стрима. Интересные мысли. Есть рекомендация, да? Так, сейчас я... Так, мьюзик. Короче, по ходу дела у меня это, с USB-шным портом, в котором, ну, передним были какие-то проблемы, и поэтому у меня микрофон сбоил. Но сейчас я переключил в задний, и все нормально. Я думаю, передний нафиг вытащить и все, и забить на них. То есть ты теперь заднеприводный? Ну, по крайней мере, мой... Ой, да, убери, пожалуйста. По крайней мере, мой микрофон, да... Он задний USB-шный, можно так сказать. Так, чё? Всё, запускай, я там случайно тупанул, короче, я отключил. Есть инфа. Так, сейчас, во-первых, надо... Ты, Даур, неправильно сделал, там нужно не просто отключить, потому что у тебя музыка с прошлого стрима пошла, скорее всего, да? Не знаю. Да? Ну, наверное, да. И сейчас мы будем делать все экспертно. Смотри. Сейчас... Мы с Максимом включаем Donation Alerts, последние сообщения, и если там есть какая-то музыка, кроме той, что поставили, ее нужно просто вперед прокрутить, и все. Я уже с таким сталкивался, я эксперт в этом вопросе. Умудренный жизнью и опытом. Конечно. Так. Я, короче, 500 словил это перед стримом, да, поэтому вот. А там «Дождь из мужчин» нам поставили, по идее. Даур, включи, пожалуйста, виджет у себя. А включен. Включен, да? Да, он был включен. Ну, как бы сейчас все не сломалось. Максим, ты слышишь какую-нибудь музыку? А я еще не включил виджет. Угу. Даур, а у тебя играет какая-нибудь музыка? Нет. Она заиграла в моменте, когда я открыл этот. И все, и исчезла куда-то. И кончилось, да? Ну давай я тебе в личку скину тогда, что нам Unlucky Alfons заказал. Погоди, а может заново давай в этот... Стрим перезапустишь? Нет, добавлю. Спасибо, Noxus Cat. 169, мур-мур-мур, чай, рок и котиков, катаны, даур, катя, Микуил. Всем приятного стрима. Насколько он может быть на стрим? Ну да, стимовских игр. Здорово, Котя, давненько с тобой не виделись. Крайне рад тебе. Так, ладно, ребят, всем еще раз привет. Что ж, ладно, мы начинаем. Я не знаю, что там с музыкой. Получится, да, пора получится. Уже. Вот. Да. Так что, музыка, да, поехали. Музыка, с чем можем рубануть, если, Даур, ты прям это, боишься, что мы людей обманем и так далее. Что музыки не будет. А, кстати, Алерц что-то это самое тупорожит. Тупит? Ну, да, тогда я просто отключу и все. Вот, чтобы никого не обманывать и так далее. Ну да, давайте в этот раз без музыки. Вот. Угу. Так что, сорян, ребят. Вот, да, ладно. Не обессудьте. Сейчас я пока тут... игру запущу. Давайте без фанфар, типа.
Так. Что нового, как распродажа Steam ложится? Все, снова Steam упал из-за распродажи? А что там, распродажа какая-то? Ну, типа, летняя должна была начаться вроде как. Я не знаю, когда она начинается, на самом деле, Максим. Ну, ладно. Просто это предположил. А, блин, да, говорили про распродажу. У меня, как всегда, прям к распродаже деньги сводятся на минимум. Да, уже началась, уже третий год подряд я каждый раз думаю, блин, надо перед распродажей так, ну, да, у меня такая же фигня, типа, знаешь, типа это, я сейчас скажу. Я врубаю такой Steam, думаю, блин, надо, короче, сэкономить на этой распродаже. А потом вижу список 50 инди-игр каких-нибудь нахуй ненужных за 300 рублей. Я такой думаю, о, отлично, куплю. И все, денег нет. И потом ни в одну из них не играешь, да? Внимание! Да, все персонажи и события в игре являются полностью вымышленными. Все совпадения случайны. Данная игра ни в коем случае не пытается кого-либо оскорбить и задеть чьи-либо чувства. В этой игре содержится грубый юмор, матершина, ужасные песни и графика. Поэтому мы не рекомендуем... И ушел текст, короче, я не успел прочитать. Ага, господи, а это Карина. Как я понимаю, это Карина. Ну, стримерша, Максим. Так, эта игра называется VCB Y City. Типа... Как GTA, ага. Только о, господи. VCB. Чей город? Или почему город, я даже не знаю. Я не очень хорош с английским, да? Поэтому не а если GTA, ну, расшифровывается как Grand Theft Auto? Многообещающе. То здесь, наверное... Это что, Викл? Я даже не знаю. VCB. И как там, Максим? Пишите свои варианты расшифровки. Веникл. Веникл, точно, точно, Веникл. Да, Веникл... Викл, да, это правильно. Так, ладно. Ой, кстати, тут классная музыка, я сейчас немножко погромче сделаю, чуть-чуть прям совсем. Мы ее все равно не слышим. Бабкин Робинсон. Ну так, да, ладно. Распродажа пошла. Макс вместо Кати, но Катя рендерит, ребят. И это не эвфемизм. Она еще придет, все нормально. Да. Ага. График. Так вот, кто-то еще вписался. Здравствуйте, насчет ваших тестов новой функции демонстрации. Ой. Майор Фюрербах. Майор Фюрербах громко. Сука, я понимаю Глеба, пиздец, как он орет. Господи, нарится, что ж ты такой громкий? Так, вот, здравствуйте, насчет ваших тестов новой функции демонстрации экрана в Дискорде и одновременно с этим стриминга. Если у вас слабый ПК, то есть вероятность возникновения синего экрана смерти, ибо нагрузка возникает на железо. Ребят, у меня не слабый ПК, вот, а сейчас игра вот подлагивала, потому что я с окна на другое окно переходил, поэтому она подвисала. Это не связано с лагами. Вот. Да и мы как бы через Дискорд передаем изображение не с помощью шаринга экрана, поэтому там немножко по-другому все. Качественно делаем. Да, он там с... Макс, короче, обнаружил вообще там невероятную технологию, так что. Марсианский. На самом деле, ребят, я понимаю всех хейтеров, которые это... Сука! Геррейси, спасибо за соточку. Если коротко, то есть два стула, да, и игру скинули, да. Ну давай, я Дауру скину. А он нам скинул есть два стула? А она уже сегодня в списке, посмотрите, второй номер. Ха! Значит, не так буду. Да, все по плану. Даура я уже купил, установил, все хорошо. Он уже почти готов. Слушай, тут несмотря... Ты сказать, ты пытаешься. Несмотря... Я понимаю всех хейтеров себя, потому что это, блядь, невозможно слушать. Это слишком громко, надо потише сделать. Несмотря на эти пейнтовые текстуры, тут прям такая режиссура присутствует, такие движения камеры. Моды GTA какие-то. О, Оля, здравствуй. Что с этим чуваком? Почему на нём маска чувака? Да это текстура натянута, Максим, видимо. Ой, слушай, тут даже озвучка есть. Да, и я Дауру предлагаю сделать рефанд после всего этого стрима. Смотря на какой стул сядет, посмотрим. Таз. Вано, о да. Где список, ребят, список вон там слева наверху. Олю ближе к микрофону. Даур, ну собрайся. Ну так не получится, намного ближе. Не получится. Вот. Она много места занимает. Не, а в списке этой игры нету, если имеется в виду слева вверху. Но она есть в заголовке стрима на Твиче. Какая именно? Два стула? Про два стула, да. Есть же вторая.
Есть два стула, Максима, на вторая. А, есть. Господи, блин, я думал, это какая-то несусветная хрень. А почему транслитом-то? Потому что этот шрифт не поддерживает кириллицу. О, Господи, боже. Кириллица слишком хороша для говношрифта. Вау, ремак, видите? Катя-то Даур, это не точно не модно, а? А сколько стоила эта игра, позволь поинтересоваться? Вот, да, 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 хорошо. А, по-моему... блин, я не помню. Посмотри, пожалуйста. Ладно, я сейчас пойду в Steam и посмотрю, есть ли на нее скидка, если вдруг кто заинтересовался уже происходящим. Ага. Купить, чтобы сделать рефанд, да? Максим, проблема в том, что магазин лежит, извини. Тут тебе не получится. Паскудство. Да. Это единственная более-менее игра с ПК-гейминг-шоу. А что, она там была? Ну, видимо, да, Максим. Судя по ПК-гейминг-шоу. Здравствуйте, в эфире музыкальный... Блин, тут даже радиостанция играет. Мне нравятся дороги, на которые вынужден заезжать. Господи, тут громкость бегает то слишком громко, то слишком... Диджей Толик и Болик, панк-группа «Половые губы». Это чего-то стоит? Бухабан. Ну, философский вопрос. Ну слушай, машина ездит, и она ездит как бы по физике. Как бы это смешно не звучало. По физике даже, ничего себе. Вопрос, Даур, физики чего? Говна в проруби? И да, ребята, я не знаю, там у кого магазин не работает, если заходить через сайт, а не через Steam клиент, то магазин работает. И я сейчас обнаруживаю, что это замечательная игра, сейчас дается с феноменальной скидкой 81%. Воу. Обычно ее стоимость 78 рублей, а сейчас ее можно купить за 15, спешите. Даур, ты когда ее купил? Рефанд тебе сделать нормальный или... Слушай, по-моему, мне ее даже подарили. Сделай рефанд, как нормальные люди за 15. Или придется на пирожках экономить, а? У тебя еще женщина, тебе ее обеспечивать нужно, да, Ура? Так, черная и белая, адвокат. М. Макдак. Черная и белая, адвокат. Так, мороженое. А я могу из машины выйти? Нет, не могу. Можешь ее зареспаунить, судя по всему. Да. Господи, нас потом забанят на Ютубе за эти аудио... Халана, что ли? Халанского, да. Ну ты выключи звук, чё-то. Блин, я так, вижу а много за миссии. Тачек. Я там проглядел немножко сверхзадачу, что ты сейчас делаешь? Я этот... Точки. Нужно, короче, все красные точки собрать, видимо, я не понял. Они пропадают с карты, а ты что-то не увидел? Вот, он делает качественные игры для народа, и за это гребет огромная баблишка по 15 рублей за игру. Игровая студия — это на самом деле прикрытие. Я создаю компьютерный вирус против Пентагона. Прей за 500 рублей? Блин, я поспешил с его покупкой. У меня очень серьезный заказчик. Ну и Данство, да? Да, да. Вот такие вот игры, братан. Я, кстати, напоминаю, ребят, если вы желаете поддержать нашу регулярную более-менее передачу, вы можете сделать это аж два в одном способом. Во-первых, закинуть нам бабла, а вместе с баблом написать игру, которую вы хотите увидеть в этой передаче. Желательно, чтобы она была хотя бы немного играбельная. А да, как это, например. Постепенно кончаются идеи. Да. Значит, чтобы не просто экран показывать или крики. Полное говно или не очень, да, там тут градации есть разные и там совсем полное говно. Макс, чтобы ты прям вот очень хорошо понимал ситуацию, нам раз 10 донатили на кликеры. То есть игра, которую запускаешь, и тупо нужно кликать мышкой, чтобы шел, добавлялись числа, счет. Короче. Да, шел счет. А я, кстати, сегодня уже упоминал об этом, там есть функция с виджетами, я могу сделать так, чтобы зрители могли тебе помогать в этих кликерах кликать. Вот это халява, да? То есть, стой, Ольге даже не придется напрягать вторую руку. Банька-парилка. У меня есть одна игра, ну так предлагай, братан, вон тебе донейшн алерт там снизу под плеером. Любую сумму совершенно, от минимальной, естественно. И либо ссылку, либо название игры будем искать. Вот это сейчас играть. Было просто... Топ 10 самых жестких аварий, которые вы видели на Ютубе. Какой-то одище вообще творится. Что происходит? Что за ужас здесь творится? На колесах.
Знаешь, Даур, а я люблю смотреть ролики на Ютубе, как всякие дауны лезут под трамвай. Ну, чисто это, стараются его побыстрее объехать и так далее. И вот эта ситуация мне очень напоминает, знаешь, типичную ситуацию из таких роликов. То, что машинист пытается остановиться там, а какой-то идиот все равно лезет на пути и потом со скрежетом проскакивает. Да, не говори, хорошо, что я не попал туда. Да, знаешь, если бы ты попал под трамвай, было бы несколько печально. Военкомат. Че там? Ублюдок, мать твою, ну иди сюда. Сюда забирают самых достойных, правда, не всегда возвращаются. Алкашей, бомжей. Так у них нет баблишка отматься, в отличие от Антона. Миш, псих, да там же не насмерть, ребят. Ну что, там миленько, машинки коробит, ну это прикольно. Не, ну я время от времени так посматривал сайт один, короче, где вот, типа, знаешь, всякие видосы, которые на Ютубе запрещены, там, по всяким причинам. Ничего себе, Даур, у тебя интересы. Даур, я сейчас понял, кстати, Мишу могли не так понять. Он когда сказал, что смотрит, как всякие дебилы резут под трамвай, он имел-то в виду автомобилистов, а некоторые подумали, видимо, про людей. Про суицидников, да? Слушай, я один раз видел, блин, я один раз... Ну ладно, не буду рассказывать об этом. Знаешь, прыгнуть под трамвай в попытке совершить суицид, это, наверное, самая идиотская херня, которая только может быть. У него тормозной путь, ну, во-первых, длинный, а во-вторых, ну, трамвай сам по себе медленный, лучше в метро. О, а вот и вопрос от Трона. Что вы думаете о легальной педофилии? Сука, блин, Даур, нахера ты предложил читать все вопросы? Там все ссут. Это просто, не знаю, тут отдельная рубрика «Обучаем нейросеть» должна быть. Причем я его вчера сломал, или сегодня это было. Я начал отвечать на его вопрос скользь, и он начал задавать их еще больше. Там вопросов 10-12, и то больше навалилось разом. А он, да, он такой, если начинать на него реагировать, у него сразу же высыпается огромное количество несусветных, абсолютно непредсказуемых вопросов. Интересно, это человек вообще или такой нейросеть? Нет, нейросеть, по-любому нейросеть, отвечаю. Что у него странная модель обучения, да. Трон уже третий день подряд этот вопрос задает. Ну, видимо, ему очень нужен ответ. Ну, нейросеть такая обучается, да, она прогоняет постоянно одно и то же. Мне интересно, а он работает как та нейросеть в Твиттере, которую тестировали, что она потом начала всех ниггерами обзывать и так далее? Давайте просто запихаем в нее побольше ложной инфы и будем рофлить. Ну не факт, что как бы нейросеть сама белая. То есть вроде как нигеры, нигеры не могут нигеры называть. В обстоятельствах есть, современного интернета и того, как все работает сейчас, и что люди обсуждают, и что лайкают, можно вообще в принципе вывести нейросеть, которая будет, знаешь, доброй, вежливой, с какими-то самыми благополучными намерениями. По-моему, любая нейросеть, обучаемая в современном интернете, она моментально превратится в расиста, садиста. И знаешь, что доказывает еще это, Максим, твои слова еще больше? То, что Даур такой миленький-маленький мальчик, про которого на лурке написано, что он любит все девчачьи и этого не стесняется, предпочитает смотреть, точнее, смотрел ролики крайне жесткого содержания, которые не публикуются на YouTube по вполне очевидным причинам. Ну да. Зетек, спасибо за соточку. Когда-то Василий стримил «Голубятню», сейчас 2017-й, а у игры появилось продолжение. Hateful Boyfriend, Holiday Star, ждем возвращения Глуебея, Птица Трахова, хорошо, я закину Дауру, глядишь, это мне даже понравится. Блин, Трон меня просто уничтожает сейчас. Мое сознание начинает разлагаться. Я сам превращаюсь в нейросеть, да? Чувак спрашивает, ты когда-нибудь здоровался с незнакомцем на улице? Какого хрена? И этот вопрос тебя прям так расплавил? Что такое? Я уже думал, Трон что-то ладно, прям несусветное спросил. Ладно, допустим, ну допустим, да или нет, но зачем он это спрашивает? Даур, не ищи логики, просто игнорируй. А, то есть ты на самом деле, я понял, кажется, Даур часто, видимо, так делает, и он растерялся от того, что там откуда-то это, видимо, знает. Кто-то это узнал. Даур, ты когда-нибудь скидывал девочку со второго этажа после изнасилования? Со второго нет, да? Нет, изнасилования не было, но девочку скидывал, да.
Где это было, чувак, который все время со всеми сда... А, Барат же это был, да, который приехал в Америку и там... Добрый день, здравствуйте. Не помню. Да, я тоже не смотрел. Да-да-да-да-да-да, он когда приехал только в Америку, он там со всеми здоровался подряд. Только ради аборта, говорят нам. Уж эти дешевые услуги абортариев и медиавиц бы. Ой, кошмар, да. Слушай, а здесь будут какие-то события, кто-нибудь знает? Или здесь вот все ограничится тем, что моя машинка будет ездить от одной точки до другой? Только а ты сюжет слушай, субтитры читай, там я что тут я езжу по точкам, и в каждой точке мне говорят, что это за место, и все, то есть больше ничего. Типа это такая экскурсия виртуальная, как в Assassin's Creed Origins. Вроде. Бля, гиена у него. Вот это антураж, да, нахер Древний Египет. Вот это вот, а где, кстати, действие происходит? Что это? Это Vice City, не знаю. Это лихие 90-е, что ли, я не пойму. Короче, по крайней мере, один человек крайне рад нашему трио. Это гиены, аршавины и хитманы. Ну, я а уже почему Даур Аршавин? А потому что он смеется как Аршавин. Он смеется как Аршавин. Блин, вот я из-за этих экспрессок теперь не могу нормально смеяться. Я каждый раз начинаю смеяться и пытаюсь... Почему? А я все не догонял. Я, знаешь, я серьезно, я так думаю, блин, на чей смех похож смех Даура? Я так сижу, думаю, и просто на стриме думаю, точно, да ну что я смех как у Аршавина. И, видимо, маэстро эта очень идея понравилась. Быть может, вы про медвежонка Паддингтон, Максим, тот, который в Лондон приехал. Что? Чего? Кого? Чего? Непонятно. Ничего не понятно. Нет, это, видимо, насчет здороваться с людьми. Ну, я не, да, просто ну, Паддингтона быть... не смотрел. Если там этот прикол был, то это... Не, я уже точно вспомнил. Это сто пудов был именно Барат. Там был такой кек. Почему Краснопольская звучит как Кулаков? Она стала много курить. Есть одна проблема. Краснопольская рендерит. Сука! Голосовой. Много рендеринга. Стримеры. Здравствуйте. Миша, ты играл в Шада Урэми? А то там Returns раздают целый как-никак. Если нейросеть делать на основе снкшного колорита, то он всех кожаных ублюдков заткнет за пояс. Спасибо за 501 рубль, Маргрей. А нет, Шада Урэми я не помню. Разве что только старенький. Шадов Мордор только помню. Нет, я не играл. У меня есть, но я не играл. Вообще, да, Максим, вообще вопрос знаю, был Максима. Что надо и так далее. Да? Чего? Миша, ты играл в Shadowrun? Я нет. Миша, ты играл в Shadowrun? Где здесь Максим, Даур, ты че? Да, там был не Максим, а, ладно. Там был не Максим, да. А, все, это была экскурсия по городу, это типа такое интро. Окей, теперь мы едем уже на задание К. Это как темы меняются, я просто... У меня сейчас мозг в узел завязался. Что? Это нормально. Какая экскурсия? Причем тут Максим и Шадоврана? Даже Артамянбург выглядит куда лучше. Ведь там есть консервы, да. Так, там есть мемы. Кто это будет, К? Человек. Блин, но у меня и с приложением Steam не работает. Все, нахер, не буду играть в Shadowrun'ы. Все, дропнул. Мне кажется, эта игра, это, знаете, такое иносказательное отображение середины 90-х российской глубинки под ЛСД. Вот она, наверное, так выглядит. Знаешь, я думаю, ЛСД маловато будет. Здесь явно крокодилом упарывались, блядь. Вы видели, как чувак на картах вылез из-за тумбочки? Миша, как тебе обновление статьи на СГ про Лурк, про СГ на Лурке? Ну, я сегодня полистал и что-то там существенных изменений не заметил. Я сто лет ее не видел. Ну, там много чего нового появилось тогда, Максим. Да. Это прям типичный... Иди почитай, глядишь, понравится. Господи, почему наш главный герой такой? У них не хватило фотографий друзей, что ли? Вконтакте, чтобы налепить. Максим, что ты думаешь о новом фильме «Кристофер Робин»? Да ничего я не думаю, я его не смотрел. А, боже, я смотрел трейлер в кинотеатре. А, какой ужас. Блин, это так... Это так крипово выглядит. Клянусь, если бы я увидел вот такого вот Винни-Пуха в своей жизни, просто... Я бы, не знаю, я бы убежал бы в соседний город, переехал бы нахрен. У нас тем временем вспоминают Паули и говорят, ох, посмотрите на эту работу с камерой, Антон был бы доволен.
Так, мне нужно теперь стрелять кого-то. О, слушай, тут даже шутерная часть есть. А на Википедии статью про стоп-гейм как удалили, так и не появилось. Ну зачем нам Википедия, если у нас есть лурка? Ух, какие выстрелы, я прям чувствую. Чувствуется механика отдача, стрельбы, да. Пил. Вот так в 90-х все перестреливались. Это все знают. Криминальная сводка. Несколько дебилов решили пострелять из пинбольного оружия. И один из них даже случайно умер. Со звуком пил. Да. Ой, слушай, тут тела прям рэгдолл. Ничего себе. Прям... Может, еще хитбоксы есть разные, а, Даур? Баллистик, да вообще. Ой, ну, кстати, автоматчик. Замечу, знаешь, у этой игры есть это очень большое сходство с... О, донатик, да. Сука! Марк Грей нам еще сотку занес, говорит, чудо-ор, зловещая долина? Зловещая долина. По поводу Кристофера Робина. Слушай, вот, нет, там, игры... знаешь, не зловещая долина, а там какая-то вот просто, я не знаю, вот... Это должен быть ужастик, это не должен быть милый фильм. Вот серьезно, с таким Винни-Пухом это должен быть какой-то хоррор, блин. Я вот весь трейлер ждал, что этот Винни-Пух такой посмотрит и скажет: «Кристофер, на тебе перо в бочину, блин», и все. Даур, это и называется эффект зловещей долины, когда ты видишь примерно андропоморфное существо, которое вроде как неодушевленное, но при этом из-за взгляда и просто внешнего вида оно напоминает тебе живое, застывшее наглухо. Там очень сложное описание, я тебе сейчас примерно пересказал, но это и называется эффект зловещей долины. Короче, какой-то... Так вот, ага. У этой игры очень много сходств с недавней игрой Мэдисона. Там тоже, когда перезаряжаешься, герой практически встает, блять, на место, сука. Го, как меня это бесило. Так. ГГ похож на Солода. Блин, почему все персонажи так... Некоторые нормально прорисованы. О, тут в кипаре есть чувак. Макс, как у тебя прям кипарь такой. Все, пошла, короче, бесконечность. Адская больничка. Открыто достижение. Лучше больше не буду умирать, а то у челяк стоит. Задолбал. Мне нравится его футболочка, знаешь. Господи, как тут все внезапно происходит. Так, МХТ. Куда поедем? Нахуй. На Х? Ну, если ты считаешь, что он там, то да. Вообще, я предложил это быстренько эту миссию закончить и уже менять игру, потому что у нас времени это ограничено. Ага, сейчас. Тут пойдем. Даже ачивки есть, да. Тут есть ачивки. Платина, да, тут попробуй. Господи. Всем привет, с вами Юрий Хованский, и это шоу «Шаверма Патрик». Да, да, я понял, о чем ты. Мы приехали в... фотографии на лице ГГ нет для того, чтобы выделить его среди персонажей игры художественный ход. Ну, Даур, вся игра — крик души каких-то ценителей искусства, ну да. Миш, прочти Даура. Эффект зловещей долины — это гипотеза, по которой робот или другой объект, выглядящий или действующий примерно как человек, но точно не так, как настоящий, вызывает неприязнь и отвращение у людей и наблюдателей. Да-да, вот. Да, я знаю, что такое эффект зловещей долины, но просто вот тут нечто другое как будто, понимаешь, тут ты не как будто замечаешь что-то странное в человеке или там в образе, а тут вот как будто вот, блин, я не удивлюсь, если будет такой вот плот-твист в, ну короче, в истории, что этот Винни-Пух в итоге там прирежет всю семью этого... Или сам Кристофер Робин сойдет с ума и всех перережет. Нам просто капсом с тобой пишет, мол, типа, это нужно на отдельный стрим, тут сюжет есть. Как тебе Легион? Я не хочу сейчас обсуждать Warcraft, не, нафиг. Неправильно. Слушай, тут реально Хованский озвучивал себя. Представляешь, вот для этой игры. Да ты че? Да. Серьезно? Либо они это реально там вырезали и прям подошло по контексту. Я не знаю. Да, конечно. В общем, ладно, Джорди Тор, неправильно так неправильно. Хуй с ним, как говорится. Мне не до этого. Хованский назад. Короче, полистал я тут статейку на Лурке, да. Видно, что вестами обновили, хотя некоторые пункты очень странные, в том числе внезапно возникший пункт названия.
в графе названия одна из версий, типа автор тупо слезал название сети магазинов GameStop, о чем когда-то где-то говорил Кулаков в каком-то видео. Я никогда ничего подобного не говорил, что за бред? Почему магазин GameStop? Миша, ну расскажи про Уриэля Вендриса и паровозик. Ну, пожалуйста, нет. Гуглите. Вообще, мне кажется, что данную игру сделали специально для того, чтобы она попала в Steam понос, и, вероятнее всего, сам автор ее вам Даура подарил. Мой лучший друг. Даура, ты ее купил? Вроде бы мне подарил ее кто-то, я вот не помню. Блин, а ведь... Вероятно, это... И еще и скидка подозрительная, 81%, да, как да, раз да, к выходу да. стрима. Это прям, да. Так что, ребята, да, отличная игра, всем советую. Всем брать, чемоданов не было, да. Ну, как бы, обзор я уже не успел сделать, я вот делал Unravel 2, так что вот, ну, похвально, это однозначно. Договориться надо с создателем, чтобы хотя бы треть от прибыли, ну, то есть рублей 15. Да, ой, Максим, она продается за 15, треть это 5 рублей, что ли, блядь? Ну, да, за 5 я рублей. Говорю, от всей прибыли, я думаю, от всей прибыли после тех людей, которые купят ее после этого стрима, может, рублей 15. Ну, как он отследит, сколько именно продали? Ссылки-то нет, Максим. Ну да, досадно. На доверие, что ли, блядь? Может быть, сука, целую сотку заработает, она мне ничего даже не даст. Так я могу его под машину затолкнуть? Даже пирожок не купить. Блин, а я сначала подумал, что игра на движке San Andreas. А тут, я смотрю, Рагдолл есть. Вот знаешь что? Кто-то рисовал текстуру в пейнте, короче, и вот случайно намазюкал, короче, а потом такой, ну ладно, сейчас неохота стирать. И так и оставил-то. У Зулина есть интервью с создателем, которого зовут Кирилл. Он еще визуальные новеллы клепал. Видимо, я и Сор тоже его рук дело, да? Да, блин, мышка выезжает из... Мышка выезжает. Из-под руки прям выезжает. Я не хочу играть в это дерьмо. И сползает под стол. Так вот, Максим, у всех остальных людей рэгдолл, а у тебя рэгдолл. Ха! Будумц. Да. А вы еще говорите, что я в шутер плохо играю. Это такое механика в игре. Или это ты такой мастер хедшотов? Давай, Даур, скипать игру, уже полчаса прошло. Еще успеешь рефантнуть. Да. Ладно, ребят, я думаю, на это можно закончить. Переходим к следующей игре. Вот. Это... Нафиг это, короче. Теперь все, пишет, что Stop Game основан на год раньше GameStop. На чем? Stop Game основан на год раньше GameStop. А, вот даже так. Тем посыпалась более. Ваша теория, соколики. Быстро на лор редактировать. Не скипай, но дальше интересно, говорит нам Роберто. Видимо, он тебе эту игру и подарил. Видимо, он и создатель. Кирилл, это вы? Признавайтесь. Вот теперь самое время донатить на полное прохождение игры в прямом эфире от Даура. Да. Блин, Даур, ты все 3000 поставил, надо было больше донатить. У меня же с тобой мучиться потом с этой игрой. Блин, музыка громкая. Сейчас я сделаю потише. О, Трон продолжает. Вы ели сырых осьминогов? Блин, я даже не видел сырых осьминогов. Серьезно? Да. Живых не видел. Прикольно. Тентакры такие, значит. Так, сейчас я... Нет, живых-то ладно, я мертвых видел сырых, да. Так. Я безработный мудак, который не способен даже Hello World... даже Hello World'ить. Мне такую игру разрабатывали дольше, чем DNF, ну ладно. Такое ощущение, что статью на Лурке писал Кортес с каким-то количеством мемов в церкви. Да-да-да, есть инфа, что это Кортес. А также есть инфа, что он гей. Из него стигу уволили. Да там же может вообще любой писать, насколько я знаю, как Википедия. Ну да. Ну, господи, да. Так, ответ в этой игре. Станешь ли ты петухом на зоне? Посмотрим. Ну, survival game. Мне больше нравится не рисковать и выйти. А когда наводишь... Стой, а... Ты чё? Мне просто интересно, а эта игра сделана по тем легендарным тестам с... господи, как это называлось? Биом, что ли, или Бион, я не помню.
площадочка для эмобоев, анимешников и прочих таких интересных личностей, где было дохера тестов различных. Итак, поехали. Максим, давай, отвечай, подсказывай, как нужно. А там, короче, в чате я видел, писали, чтобы я наоборот, короче, не подсказывал, чтобы даже сам прошел, как было честно. О, новичок пожаловал. Сука. Секундочку, донат. Маргрей, занес там сотку. Миша и Даур, сходите в Кваку Чемпионс или Турмак, там и научите Даура стрелять. Да играл я в Кваку Чемпионс. Будет, причем к нам еще и Дима Гунгуров лично присоединится, так да что, но анонсы будут чуть позже. А ты меня звал? Итак. Нет, не звал. О, новичок пожаловал. Пока еще никого не звал, но это понятно. Ну, развлечемся. Ну, да. Варианты. Здравствуйте, товарищи. Вечер в хату, пацаны. А ну себе развлеки, пёс. Два стула занес там соточку. Спасибо за классный стрим, и вот он на шоколад. Всё попутал. Дерзкий, как пули резкий. Короче, ты проиграл. Тебя спитушили, геймок. Ладно, еще раз. Здравствуйте, товарищи. О, смотри, Витёк Ботан пожаловал. Диман, что там? Блин, я не успеваю прочитывать эти... Меня петушили, этого хватит. Ладно, да. Короче, Даур застрял на пятом. Едва пошел просто в хату и сразу. Уже дважды отпетушили. Слушай, ну, я единственное, что могу сказать, какая убранная хата. Да, все так чистенько. Такая чистенькая. Подожди, ну что-то этот, по-моему, чувак на параше сидит уже, нет? Справа. Даур, а собственно, он тебя и петушит. Понимаешь, как бы... Блин. А статическая картинка, или ты можешь как-то вертеть камерой там? Не, вертеть не можешь, но камера немножко двигается, это вроде 3D-фигуры. Ладно, вечер в хату, пацаны. В хату, есть два стула, на одном пике точёный, на другом пип-пип. На какой сядешь, на какой мать посадишь. Культурно, хуи драчёные, так и говори. Так, ну, на них я не сяду, возьму пики точёные, срублю... пип-пип, сам сяду и мать подсажу. Я вообще как-то об этом не задумывался. Так, ну, первый вариант, конечно. Вот, да, лапочка, иди к папочке. Мне кажется, Даур какое-то нездоровое удовольствие получает от проигрывания в этой игре. Так, ладно, еще раз. Подозрительно, я бы сказал. Так, ну на эту загадку мы все знаем, ответ это второй, так что... Опа. Вилкой в глаз. Вилкой в глаз вижу, Мурас. Даур, отвечай, что-то я среди вас одноглазых не вижу. Вилкой в глаз. Ну, глаза не ж на всю жизнь, а это раз и все. Ну, логично, в общем-то. Так. Давай первый. Что-то я среди вас одноглазых. А, ты упорный, да? А как тебе это? Жили-были два петуха. Одного до обеда, другого после обеда. Кому было хуже? А ты у своего бати спроси. Я не знаю, у кого уже там и хуже. Ладно, давай у бати спроси. А, я убью тебя. Спасибо за донат, мистер Путин. И чё, никакой ачивки за это не дали? О, тебя вообще убили, даже не отписываешь, или а убили просто. Нам это, приветствие из Германии прислали, спасибо большое. Внезапно. Ладно. Да. Так, ну, кому было хуже? Я предполагаю, что типа тут, наверное, такой стихотворный ответ, так что у кого уже тому и хуже. Да, чё-то он какой-то прошаренный, может, блатной? Слышь, ты по какой статье чалишься? 228, люблю пудрить носик. Говори невиновный, Даур. По злому навету, ага. Я угнал машину и попался. Я невинный. Ну, пускай будет угнал машину. Мы сейчас в прошлой игре машину там угоняли, нет? Ну, давай. Ну, справедливо, да. А, понятно. Ну, а как тебе такое? Ты упал в яму. В яме пирожок. Боже, да чё у них все? Они все на этом повёрнутые, что ли? Что съешь, а что в задницу засунешь? Так, а там с самого начала это начинается игра, если ты... Разделять. Да, проигрываешь, да? Прям с самого начала? Вроде да. Ой, блин, ну это... Ты только давай не проигрывай. Так, а тебе в задницу, если и то, и то, и другое?
Так, а что у вас все вопросы, чтобы меня отыметь? Вот-вот, да. Это моя личность. Нет, третья. Вылезу из ямы, а пирожок возьму с собой. Блин, а откуда? Не факт. Не, ну так можно ответить на эту загадку. Но не факт, что этот пирожок в яме не касался ничего второго. Ну типа да, мало ли что это за яма. Нет, странно, ладно, что пирожок возьму с собой, я не уверен насчет этого. Просто ответ-то вылезу из ямы, на самом деле. Зачем брать пирожок с собой из ямы? Ну попробуем, давай. Когда тебя... О, боже, когда тебя имели, что на жопе написали. Так. Хер не ручка, бумага, не карандаш. Отличный ответ, это просто да. Что? Это, кстати, какая-то вообще детсадовская загадка тюремная. Так. Ну, давай первый вариант, в общем-то. Нет, третий. Но третий вариант не подразумевает, не отрицает того, нет, что... Нет, первый вариант это значит, что именно это тебе и написали. Ну да. А подожди, а третий вариант мне не могли написать или что? Или это слишком длинное предложение? Либо второй, либо третий. Ну это просто, ну это детский сад, это было, блин, я не знаю, еще в пятом классе так прикалывались. Так не факт, что эту игру делал... Такими, а не так, как тут описано. Нам донатик прислал Маргрей, говорит, так, я когда вам предлагал... Гинофобия, трешовую игру, вы играли в нее или нет? Вот вам сатыгу. Ну да, была же женофобия. Мы там бегали полстрима. Так, секундочку. Ты сказал, что это детский сад, но так мне кажется, в детском саду эту игру и делали. Детский сад строго в режиме. Ладно. Давайте третью, да? Ага! Ты победил! Тебя не отвертешили. Пока что, но твой путь в тюрячке по охране своего Ануса будет долгим. Нифига поэтому... себе, там тебе достижения отвалили за это. Чефир в сладость, блин. Ипотеки, музыка. Музыки никакой, кстати, не играет в игре. Я не знаю, они что-то обманули всех с музыкой. Так, уйти. Сейчас, серьезно, все? Ну все, отличная игра, да. Сколько заплатил за нее? Так сколько она стоит? 29 рублей. Блин, я бутылку воды купил за столько же сегодня. И даже пирожок теперь не съесть, который вы из ямы вытащили. Да. Вот он, блин, у тебя на экране. Не, версия с пирожком мне понравилась. Пирожок возьму с собой. Мало ли я голодный, да? Так, ну всё, чё, тут даже на полчаса не пошло. Я думал, тут будет, да? Типа, вопросов минимум 50, там, прям, знаешь, по сложности будет нарастать. То есть я нажал выйти из игры, и игра реально закрылась. Типа, знаешь, Даур, мне интересно, а ты бы решил наколоть себе аббревиатуру СЛОН? Куда? Ну, татуировку себе с аббревиатурой СЛОН. Просто на тело? Или, ну, на, блядь, или на попу? Какой-то из загадки. Ты бы набил себе ее? Не, я вообще бы никакую татуировку не набил. Так. Да, ну это. Но типа... я не знаю, что именно слон значит. Вот. Расскажи. Максим, скажи, пожалуйста. Че? Что значит аббревиатура слон? Слава лохам. Нет, Даур. Спас легавых от ножа. Угу. Что? Почему? А если я просто слонов люблю? Я, кстати, не помнил этого факта. Ну вот да. Итак, ладно, следующая игра называется The Road Trip. Там, короче, судя по скриншотам, два чувака каких-то сделанные, тоже смоделированные в первые полчаса пользования этим зебрашем, наверное. Миша чуть громче, Миша пытается. Короче, я гугланул эту тему, и реально тут все переписали просто, видимо, из одного и того же источника. Везде пирожок с собой забирают. Зачем? Так, ну тут тоже два мужика едут с бутылкой посередине. А это цель игры? Так, сейчас мы немножко... Так, как тут... Texture quality повысим. Графика ультра. Графон, бля.
Так. Разрешение Full HD, ядрить, даур. Да тут, наверное, сейчас такой графон будет просто, слушай, не знаю. Я боюсь, что не потянет все-таки GTX 1070. Сейчас есть опасения некоторые, да? Оля, если почувствуешь запах дыма, то... Я вызову пожарную. Да, сразу. Псот не слай. Так, игра по мотивам «Пора валить». Господи, одна загрузка. Макс, ты с какой целью гуглил? Я гуглил понять, откуда взялась, откуда взялся прикол, что надо пирожок с собой брать. Ответ просто вылезу из ямы. Зачем брать с собой пирожок, мне непонятно. Более того, можно на эту тему наоборот докопаться. Из ямы, знаешь ли, жрать, это, ну, там, в общем, такие приколы не ценятся. Тем более в одной яме с писькой. Да, тем более, да, в той же яме, где еще хер какой-то валяется. То есть пирожок оттуда забирать — это весьма сомнительная инициатива в подобных обстоятельствах. Короче, в этой игре мне нужно будет делать какой-то выбор, и он повлияет на историю. Вот. Главная цель — что это игре делает проехать через Канаду. Ну, я стою и смотрю вдаль. А Костя что-то сидит. Это ты в шапочке? Конечно, довольно прохладно там. Так, ладно. Это, короче, обзорщики всей Руси. Во, еще аббревиатура «Слон». Стримит лишь один нарец. Ну, так-то да. Не, ребят. Дело не в жене, я просто не матерюсь по жизни. Так что... А, уже все, отказался от мата? Почему уже все, я и не матерился никак? Кстати, да, Даура, это забавно, я действительно не помню, чтобы ты матерился. Я помню, чтобы ты блинкал, я помню, что ты пытался как-то эмоции свои высказать, но ты никогда не матерился. Ты что, интеллигент, блядь? Интеллигентный, сюда подошел и... Высшее образование есть? А если найду? Спрашивают, почему не было ответа «проснусь», про который я где-то уже когда-то упоминал. Во-первых, это универсальный ответ. Во-вторых, там таких ответов несколько, которые на самом деле пригодны практически к любой загадке. Если вы обратите внимание, там, например, очень часто встречается вариант, типа, куда сядешь? Вот этот лес херов, там море говна, там куда сядешь? Там один, стул второй, куда сядешь? Там вот есть всегда еще вариант ответить, что уже и так сидим, типа, предложат присесть, я постою там и так далее. То есть, как бы там очень много еще словесных подковырок вот именно на тему того, что и так уже все сидят, потому что это происходит в тюрьме. А у них там не говорят вообще на самом деле, куда сядешь. Типа, у них есть понятие «присаживаться». А. И да, это на Getting Over у Даура вырвалось слово «мудак». Боже мой, просто представляете, вот просыпаетесь, и вот рядом с вами такой чувак стоит. Я спросил... Так вот, Михаил спросил Даура, какую финалку он уже проходит, на кой остановился, так сказать, любопытство ради спрашиваю. Не скажу. Ну и ладно. Это секрет. Очень не хотелось. Так, там что-то говорят, что «Слон» — это аббревиатура какой-то тюрьмы, там, какой-то там лагерь особого назначения. Угу. Так. Глава первая. Путешествие начинается. Так. Что-то черный экран. Блин, да у них тут каждые 3 секунды лоудинг. Что это такое? Да это просто игра тяжелая, да урод. Тебя пекарня не тянет автоматическую загрузку. Да, ребят, первую финалку я прошел давно уже. Так что и как бы оригинал, самый-самый оригинал. Тот, который был сложный. Я даже вам больше скажу. Я победил Вармеха. Вот. Так, все? Игра началась? А, точно. Блин. Надкусанные гамбургеры. О. Представляешь, я смотрю вниз. Я реально не вижу ступней. Блин. Бля, видимо, я еще не настолько жирный. Что-то гамбургеры надкусанные валяются. Так, Е. Интерактить. Да забей ты на гамбургеры, тебе же надо выбраться отсюда. Гараж-то открой. Так, я нажал. Ну, сядь ты в машину. Ага.
О, все, анимация. Нужен Nightcall срочно. Максим, давай, передавай звук, там Ковинский Nightcall. А, это я могу. Давай. Только потише, чтобы не слишком громко было. Блин, тут вручную заводить надо машину. Да, Урок, тебе кто-то подсел на сиденье. Боже. Это Гарольд, скрывающий боль. Он шлик смотрит на тебя, пиздец. Боже. Блин, почему не все над... О, господи. Не хочу я есть. Уберите этот видео. Ладно. Потише еще, Максим. Ага. Вот так вот нормально, да. Давай, выдвигайся, заиграла музыка. Так, я не знаю, как мне... Я завожу машину, но она не заводится. Ну ты это... Подержи там некоторое время. Ну, пускай движок пропердится. Дела у меня с обучением на права пока никак. Все не до того. Надо сначала обзор Нью-Вегаса доделать. История ассасинов, а потом уж... Нажми сцепление, тебе говорят. Ручник сними, блядь. Тут нельзя педали трогать. Тут только подсвеченные желтым предметы можно... Перекатывайся, Даур. Просит погромче музон. А, все, все, я завел уже. Атмосфера ништяк, да. Только у него, по-моему, со зрением что-то не то. Явно. Либо жиром заплыли глаза. Не, если бы заплыли, он бы перед собой бы так четко не видел. А ты откуда знаешь, что никогда не был жиром? Ну это же логично. Романтика, блядь, да, я боюсь поворачиваться уже. Ну нахер. На дорогу смотри, она не кусается. У меня спидометр не работает, у меня 0 километров. Ты любой 24-часовой марафон по этой игре. Надо будет скачать себе ее. Блин, надо пойти покурить ей. Отвалить. Прости, чувак, я врезался. Не обижайся, пожалуйста. Куда ты двойную сплошную пересекаешь, водятел? Название трека просит. Ковинский Nightcall. Я чувствую твою боль, да? Ага. Как мир жестоко испугался, господи, блядь. Блин, когда зевнул, челюсть свело, нахрен. Когда увидел, как налоги подняли до 20%. Да. Ой, Даур, а я тебе кидал? А, ты не видел это видео. Ты еще на меня в Твиттере, наверное, не подписан. Как там оттатуированная девушка... Да, в общем, как-то татуированная девушка, скажем так, демонстрирует при помощи дилдо ситуации с повышением НДС. Чувак такой, блин, я до пенсии буду. А у тебя телеграм есть, Даур? У тебя есть телега? Да, но я ей тоже не пользуюсь. Блин, пользуйся, чисто чтобы я тебе видос скинул. Чуваки, хотите с нами в дорогу? А-а-а? Хочешь с нами? А-а-а? Ладно.
Господи, ладно, поехали. О, я выпил алкоголь, и меня теперь разносит, короче. Блин, Максим... Да, урубай себя. Так, я тут уже, да, тут другой трек включился. Так. До меня, кстати, только что дошло, что Даура-то там посадили в камеру... Ну, не Даура, окей, герой. В камеру с всего двумя шконками, так что это как-то уже результат немножко предрешен в любом случае. Типа там уже всеми... Да чё я тронуться не могу? Ты... Какого ты хрена, блин, тут уперся в нас, а? Как ему... Как ему всечь? Насри ему на капот. Да я пытаюсь. А чё у тебя в управлении-то есть вообще? Ты посмотри, как там бить, я не знаю. Вон, возьми мешок мусорный, надень его на голову. Да мы тут... А, тут все, тут, блин, этот, невидимая стена. Тут сюда даже проехать нельзя, и... А этот чувак зажал нас сзади. Как же быть, Гарольд? Скажи. Ой, блин, молчи лучше. Лучше даже не смотри на все. Ну все, короче, я проиграл, видимо. А где Миша? Я тут. А, что ты не подсказываешь, что делать? Или в игре ты имеешь в виду, где Миша? Ты думаешь, каждый жирный водит машину? Гугли прохождение. Ладно, я пойду пешком. Ну его нафиг всех. Ну а как бы, да, роуд-трип вполне себе и пешком. Не, на мопед ты не уместишься. Мопед не твой. Так, тут тоже у Миша. А, чего Нарит спали свой твиттер в чат? Не, кому надо, тот найдет. Блин, надо было сюда ехать. А что такое? Ты свой твиттер рекламируешь? Не, нет. У меня тоже есть твиттер, если что. Но я туда ничего не пишу. Он репостит. Короче, тут плакат, что разыскивается Патрика Уотсон. И она очень опасна и вооружена. Патрисия. Патрика. А написано Патрика. Ну ладно. Ну, по-моему, Патрисия читается. Ладно, пусть. Патрика. Так. Что-то кажется, наша машина немного... Ну хотя да, я не эксперт. Я эксперт по вениклам только. Садись в свой веникл и езжай уже. Патриция, говорят. Паприка. Паприка, блядь. Голосовой? Я понарл чуд видеогами. Даешь японский понос. Хорошо, спасибо большое. Блин, надо как-нибудь да, японщину закидать. У нас была в прошлом выпуске японская игра. Вот, там та еще дичь происходила. А, то есть это он название какое-то, да, закинул? Да, 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 это название игры. Вот, спасибо. Мне почему-то от этого словосочетания вспомнился сюжет по телевизору, как японские ученые изобрели способ там какие-то с помощью белковых сложных манипуляций из говна мясо делать. Я не шучу сейчас. Типа переработка отходов. Блин. Ребят, зачем вам мой твиттер? Лучше подписывайтесь на мой инстаграм. Там еда. Там клево. Но ее нельзя съесть, там висит груша, нельзя съесть. Да, Кракс, это старый твиттер. Ты не то нашел. Сука, как ты... Да, 11-й год, я еще в шараге учился в то время, это старый твиттер, эх. А, блин, мне пишут, что я обратно еду. Ты обратно едешь? Воу-воу-воу-воу! О, господи! Я не знаю, себе. Мы же не так быстро ехали. Ладно. Да, ребят, 7 лет назад я еще учился, поэтому это старый древний твиттер, который не рабочий. Вот. Так, ладно, поедем. Вот что будет с франшизой Форсаж, если они продолжат такое же бабло зашибать, короче, все актеры отожрутся, и Форсаж 24 будет выглядеть вот так. Стой, а это разве не Вин Дизель сидит на соседнем сцене? Не, это Дуэйн Джонсон. Next-генная компьютерная модель этого Пола Уокера. Заранее подготовили такую старческую. Почему спидометр из москвича?
Слушай, кстати, да. Так, не, ребят, вы все неправильно делаете. Нужно, ну, вы неправильно делаете. Сейчас я объясню, как. А, вообще не то членодевка, то есть не то, вообще не то копаешь. Вот, блин, сидит толпа Шерлоков Холмсов в стриме и ищет совершенно не то, что нужно. Что такое, ребят? Все, все вас нужно учить. Вот это вот. Единственное, что вам нужно, я отвечаю. Да, это свежий Симарк. Котик Ник здесь впервые. Поприветствуйте нового участника. Добро пожаловать в Steam Понос. Новый участник. Это рубрика, да-да. Обычно здесь другие стримы. Как ты видишь, это симулятор дружбы. А у меня, кстати, по твоей ссылке просто белая страница, и все, не прогружается нихера Инстаграм. А, так это, может, инста упала? Да сегодня все упало. Там тоже распродажа. Твиттер упал, Инстаграм упал. Только наш стрим, может, в интернете, вообще во всем интернете онлайн. Поэтому новые участники заходят. Да, расскажи, что я. Да, Максим, белая страница, действительно. Ну, видимо, все. О, меня просят, короче, не сбивать пьяных людей, которые ходят по дороге. Ну, конечно же, мы не будем никого сбивать, но... Когда уже негры, кстати, возмутятся? Сейчас уже модно вообще на любую тему им возмущаться. Почему только белые страницы бывают, когда не прогружаются сайты? Должны быть и черные тоже. Нет, черные должны быть, когда работает все. Ха! Да господи, X-Rays, вкидывали уже мой новый твиттер. Ой, вы все пытаетесь ссылки вкинуть. Нет, не Баффер. Я уже давно своим ником не пользуюсь. Юплей тоже упал, говорят. За компанией, типа, привет, тоже клёвый. Я тоже упаду. Я тоже модный, да. А давайте мы этот, сломаем наши серверы, типа у нас тоже крутая распродажа, и не выдержим. Да-да-да-да-да-да. Ты куда съехал, Даур? Ты куда? А там дерево упало, и мне больше некуда. Вместе с Uplay и Steam'ом там еще и дерево упало. Деревья тоже мейнстрим, да? Все бросаются под колеса, да, у Steam, Uplay, деревья. Короче, ребят, заходите на СГ, роняйте. У Blizzard тоже? Uplay, по-моему, каждый день. О, еще у Blizzard упали, да? Юплей в канаве. С пирожком, что ли? В одной и той же. Что-то тут, да, справа тоже канава такая. На самом деле все из-за раскомпараша, инста же держится на серверах Фейсбука, а его у нас блочит. Серьезно? Боже, что происходит? Ой-ой. Странно, если не входил нормально. Это как новые гонки в GTA, которые завезли, эти экстремальные. Зайти уже Краснопольскую, скоро мамкин симулятор же. Да блин, это, она сама не приходит. Она киданула нас, походу, из-за своего вампира засанного. Ну вы поняли, оценка. Вам уже не нужен обзор, на самом деле. Миша, скажи. Это профессиональное мнение меня. Кого интересует мнение Краснопольской? Вампир засанная хуйня, все. Чувак, ты куда, блин? Беги, колобок, беги. Я тут бегать не могу, я только ходить. Что-то решил без меня. Не укладываешь рецепты. Блин, а нахера вам рецепты того, что я готовлю? Как ты можешь не делиться наследием великих предков-поваров с народом? У меня есть книжечка с рецептами, все нормально. Мне хватает. Миша все еще обижен на то, что у него отобрали обзор вампира? Да. Действительно. Ручник забыл поставить. О, тут у нас какие-то бургеры продают. Сейчас мы подъедем. Припаркуемся. Нормальные носки, да. Четкие носки. Блин, на движке этой игры надо нормальный хоррор сделать по мотивам фильма «Ничего себе поездочка». Джой Райт смотрели? Классное кинцо было. Кстати, с Полом Уокером. Я не смотрел. А, не, я не видел. Че? Нарица, начни свое кулинарное шоу на СГ. Так это, только если... Я у Глеба интересовался по поводу порнологов, и он в целом сказал о контенте, то, что он бы пропустил, если это будет связано с играми. То есть, ну... Что? Блин. Чувак, выходи, поедим бургеры. Слышишь? Ладно, он уже наелся на всю жизнь. Блин, в этой стране только бургеры едят.
Че, посоветуй книжку или материал для начинающих готовки? Серьезно. Блин, он из всех щелей вылез, посмотри. Готовим счастье по рецепту, есть такой фильм, там что-то... И там два имени еще в названии, я не помню первую половину названия этого фильма. Давай, давай, ты сможешь, ты сможешь. О, молодец, такой хороший. И накорми друга. А чё второй-то распахнул, еблет? Если он не ест даже. Он такой, блин, у меня руки не дотягиваются до пасти, накорми меня. Давай, кухня же есть, ничего ты не понимаешь на лице. Ой, да ну вас, ребят, ну я стесняюсь на камеру записывать. Я же не обломок, я жирный и не качок. Нет, тут такой, ты чё мой гамбургер ешь? О, блин, нет, слушай, продавщица единственная. Мент вообще жуткий просто. Один класс на нас, другой на Кавказ. Интеллектуальный. Так. Не хватает музыки из «Космической Одиссеи». Дэвида Боуи, что ли, там? Space Oddity? Нет, стоп, она, по-моему, не играла. Че, а у нее кончились все бургеры, и она сказала, ты должен поискать где-то еще? Да, ну, вот и с этого начинается 2. Новая глава. Поиски бургеров. Попутчик. Ух ты. Ты же обещал ну-ка. Кулинарное шоу, я ничего никогда не обещаю, не надо меня дискредитировать. Вот. Мы будем верить в тебя и даже не будем ржать. Блин, у меня комп так шумит, он еле тебе вытягивает это. Хотя нет, автостопщик же правильно переводить, да? А не попутчик. Ну, наверное, да, не знаю. Так. Мне кажется, это мир Ули и мамки Заки. Это? Это все ее отпрыски, а она матка королева, господи. Мы, кажется, мы валяемся в туалете. Нажрались. Да, у нас там типа это... А, нет, стоп, это же третья игра уже, так что со временем все нормально, играй. С тобой. Ой, фу, блин, он голый еще. Посмотри на эти складки. Сделайте из него бургер. Кто-нибудь. Какой ужас. Как к ней зайти? Нихуя себе, у нас в комментариях хейтер Дурова. Впервые так их вижу. Ну, не считая бабушек с этими, с фотографиями про генпредательство и прочее. Дуров, прекрати, а то мы тебя найдем, вычислим по IP. Генов Власова. Миша готовит просто ебанутые контурные карты. Сначала встает 3 часа ночи, потом запускает Европу и начинает ебашить. Не по-детски османов и своих соседей, приговаривая, ух, бля, да, добавляю там сри для вязкости, что-нибудь еще там, не знаю, колоний. Блин, вежливо жутко, предлагаю реально, вам такая глава началась, я сначала думал, друга Даура похитили. Не, он спит в багажнике. Да, я уж понял. Слушай, кстати, да, на тему вот этого лежащего мужика, такой, бать, тебе нормально, а? Тебе нормально, бать, а? Ага. Ладно, бать. Точно, этот мы батю везем, короче. Миш, контурные карты утром будет? В санатории. Даур, ты фары хоть включи. Ох, нифига себе, гаишник? Или что это? Не, это попутчик. А, попутчик. Ничего себе, лицевая анимация есть. Давай, езжай с нами. Садись. Конечно, я тебе доверяю. Хочешь подержать мои деньги все? Я... Посчитай, пожалуйста, там в бардачке лежат. Его не Рутгер Хауэр случайно играет? А то если он, то опасная тема. Рутгер... А, это что за фильм был? Попутчик. Ты чё, культовый? А, там Рутгер Хауэр был? Родитель жанра дорожного триллера. Пацаны, вот вам смешно, а на лице эту крипаду каждый день в зеркале видит. Нормально. Какой же отвратительный успех у Даура. Нормально. Че вы комплексы развиваете у пацана? Ему и так хреново. Он же думает, что он Смецкий Харшавин, да. Совсем не будешь? Страшно вырубаю. А, вот, я Шона Бина помню. Да, да, точно. Это был ремейк, значит. А, ну да, это ремейк. Не, он такое. А оригинальный попутчик вообще роскошное кино. Воу-воу. Джек Смит, интересно. Все, мы приехали, вываливались. Я еще не уверен. О, радио заиграло. Радио слушает. Видимо, надо было машину потрясти. Ну да.
скажу, шикарная озвучка игры, случайно не Бейкерс, но с Нортоном озвучивали. Да, лучшая работа Нортона. Марк Грей занес нам соточку. Чатик, давайте доберем пятихатку еще. Миш, что ты думаешь по поводу выпуска детских книжек по ФБшной Вахе и 40-тысячнику? И читал очень качественный фанатский комикс по Ваха 40 про комиссара Райвеля от нашего художника. Во-первых, книжки для детей, понятно, почему делается, но хуйня. Второе, не читал, говорить не буду, что это из себя представляет, потому что не знаю. Вот, все, я высказался. Да, кстати, немного осталось у нас до заполнения слабительного, но, ребят, лучше предлагайте игры! Игры предлагайте! Чё-то чувак меня пугает тем, что типа... Можете еще музыку предлагать какую-то Дауру поставить. Ну, Nightcall пока ставь, давай. Опять? Снова. Ну а чё, она отлично подходит под атмосферу. Слушай, он даже медлить не стал, мне нравится это. Так а у меня до сих пор открыта страничка. Не, он такой сейчас... Там была батя. Но, батя но тут он дядя, тут он дядя. Ну ладно, ладно, переключайся уже, наверное, на следующую игру. Давай. Да, переключимся, пожалуй. Это был трагический финал. Да, F, пацаны. Даур спас свою жопу в симуляторе двух стульев, но не уцелел в игре про толстяка в автомобиле. Макс, у нас интересует секретными технологиями, как ты общаешься и одновременно выводишь свой голос с музыкой в дискочатах. А, места знать надо. И секреты, да. Хитрого, это просто дополнительное аудиоустройство. Так, Даур, следующая тишина. Игра с симулятором мамаши. Ага. Ага. О, интересно. Кстати, а это был же недавно Фазер симулятор, в который мы даже мультиплеер стримили. Да, в честь рождения твоей дочери, по-моему. Да, да, да. Это типа что-то в том же духе, что, о, господи, что это за кровавые разводы? Что? Или это говнецо? Разбрызганное. Смотря какая мать. Так, испытание. Знакомься, малыш. Рекорд. Дежурная шутка про мамку Заки. А, робо-малыш. В этом испытании вы вас познакомитесь с основой управления. Короче, нормально, да, давай. Да. Робо-малыш. Это типа была такая передача, мне тут Оля рассказала, по телеку шла, где всяким звездам давали робо-малыша, они должны были за ним ухаживать. Почему писька заштрихована? Ну, у тебя в опциях, наверное, цензура включена. Что за дела? А, и он сразу выходит из игры, понятно. Я напоминаю, как называется комикс с магом «Волшебник-реалист». Вот, это просто, да. Жонглируйте малышом. Не, нету тут такого. Ладно. Плотность растительности повыше поставь. Они радуются для растительности, Максим. Так, что мне делать? А, он хочет соску, я должен найти соску, да? И у тебя на это всего 2 минуты. Вот это да. Так, я могу сесть? Нет? Присаживаться елись, Даур. Блин, тут как-то же я только что подвинул. Ладно, не хочет ничего открываться. Не то. Воу-воу! Ты его шею свернул. Музыка. Отлично. Нашел соску, нет? Он ребенка убил, Максим. Музыка отличная. А теперь съебывайся от ментов под эту музыку.
Или закапывай труп. Не, он еще шевелится, значит дышит. Даур, это может быть просто гравитация или рефлекс. На кухне соска, тебе говорят. Вот она лежит. Да, перед тобой, бери. Чем ее брать? А, вот. Вот, все. Чем брать? Ребенком, блядь. А, слушай, у него там соска в какой-то... Да ладно, пойдет, блин, жри. Ты глаза его видишь? Я тоже... Бля, вот это лицо, когда он засунул обратно, отобрал. Это просто... 10 из 10. Даур, быстрее, 5-6 секунд осталось, беги, блядь, 4-3, 2, свай, жри, блин, свай. Молодец, охренеть, отличную музыку подобрал Максим. Она прям вдохновила. Так, ладно, поздравляем, до следующего кубка. Ребят, это из Форт Боярда, ну вы чё? Так, ну все, меню. Сильно похоже на реальность, спрашивает меня. Мне лично трудно рассуждать, у нас дитё не выученных соски вообще, то есть мы не пользуемся. Кажется, ваш робо-малыш сделал пипи. Справиться с этой проблемой вам поможет наш непромокаемый, ультравпитываемый, огнеупорный подгузник марки Mother Simulator. Теперь со вкусом клубники. Сделайте так, чтобы он снова смог испытать сухость и комфорт. Это типа из разряда тех сумасшедших ежматерей, которые типа кокули своих малышей пробуют на вкус. Да-да. А зачем? Максим, не спрашивай, я ебануться, что ли, интересоваться этим. На, понюхай, блин, что ты тут сделал? Что ты натворил, тупое животное, да? Чё мне за это? Это можно очистить только огнем. Ой, блин. Да, ну ты мамашка. Ну ты, блядь, ну ты... Что ты делаешь? Понятно, Даур, потом уберешься. Иди ребенка смени подгузник. И дает ей такое... Напяривай. Чё? Напялил сам. Да запарил. Что мне с ним? Да, надо уродить, повозюкать сначала. Ну попробуй ещё. Да ё-моё. Тут мало времени. А, минута всего. Чёрт. Так, ладно. А чё ты хотел сделать? Зачем ты снял-то? Снял подгузник? Сменить. Но он же типа... Нет, ну снял ты грязный. Ой. Тебе еще нужно прополоснуть ребенка желательно. Тряпку возьми какую-нибудь. Может, ребенка взять? Не дают, я думаю. О! Топи его нахуй! Ты ему сейчас в глаз воткнешь кран. Присып. Ты что с ребенком делаешь? Отец года нахуй. Господи, блин. Блять, Даур, ты сейчас пиздюком делаешь, изверг, нахуй. Блин, я не успел, чё. Присыпкой посыпь, идиот. Чё за присыпка? Какая ещё присыпка? Да у тебя там... Я ж не торт готовлю, блин. Сука. Даур, тебе чтобы... Повар. Чё, тоже присыпкой нахуй. О, я ж попал. Вот это что ли? Да, там, кстати, было всплывающее сообщение про расстояние. Видимо, можно кинуть издалека. Ребенка в раковину? Нет, подгузник в эту. Видишь, там еще баскетбольная доска. Даур, пользуйся гравитацией. Типа, попробуй по амплитуде кинуть определенно. О, е! У Даура есть дети. Боюсь, что после этого у них никогда не будет. Ольга там рядом сидит и наблюдает за тем, как он себя видит. Так, кушать буду. В лицо распыляй, говорит. Ваш чудесный робо-малыш проголодался. Главное, утолите его голод. Приготовив нашу фирменную ультрапитательную смесь марки такой-то такой. Ну, давай. Значит, главное, чтобы он перцовый баллончик с присыпкой не перепутал, да? Или чтобы присыпку на дорожке там не растаскал, да? И за ним. Этот, блядь, может, я думаю. Так, это чё? Ты хочешь этим помой, кормить? Может, сначала. Даур, может, ты сначала помоешь? И так, смотрите. Так, погоди. Да, действительно. А почему вся бутылочка в дерьмище? Что это за мать такая? Бля, Даур, ты бы прополоскал ее, что ли? Я не знаю, тебе даже время выделили побольше для этого.
И он сейчас ему соску без бутылки даст. И в жопу, блядь, запихает. На пипку насадит. Он не хочет ее брать, да? Ну, может, потому что она не мог не полноценная, да? Какое драматическое слоу-моушен было. Я думал, да, я думал, слоу-мо включилось просто, и сейчас будет музон такой, знаешь. Блин, мне так нравится глаза этого ребёнка. Такой, ты чё такой дерзкий, блин? Швыряет. А чё ты ему даёшь бутылку говна какого-то? Говна, во-первых, пустую. Так, ладно, хорошо, видимо, её нужно тоже помыть, да? Да ладно. Продолжаем разговор. Остается полторы минуты. Ты соску-то не забыл? Крышку тоже помой, действительно. Да. Или и так сойдет. Она где крышка? Блин, она под кроватью. Спасибо за эту игру. Я без шуток в слезах сижу от смеха. Вы заслужили пятихайку на пиво. Даур, не удалось покормить ребенка, топи его нахуй. Все. Какого хрена я не могу взять? 1 рубль. Спасибо, ребят. Тут нужен ост из Дума. Ну, если Даур стерванет, если действительно решит его утопить, то да, нужен. Паспорту пей молоко. Набери туда воду из чайника, тебе говорят, кстати, да. Может, еще а чайник? Где чайник? Включить, это чайник? Ну, а это что, по-твоему, да? Только пальцы не суй там в розетку. Сука! Еще голосовой. Я тут нашел одну игру. Русиана Яро. На вид типичный представитель игры А-класса. Блин! Спасибо, Космин Шэдоу. Все, провал. Сейчас провал. Я закину. Как хорошая игра, да. Так, ладно, просто... сейчас будем поосторожнее. Так. Ага. Кстати, да, Максим, я вспомнил по поводу Father Simulator. Мне как-то бывшая предлагала поиграть вместе с ней в эту игру под приглом того, что ну ты же хочешь детей, пошли потренируешься. Я такой, ты же хочешь, что там главная цель ребенка самоубийца? Она такая, я знаю. Давай. Ну вот, смотри, уже чистый. Академично начал делать, все нормально. Только он куда-то потерял. Она на полу, наверное, Даур. Да куда ты суешь? Да ё-моё, как она на полу? Снова изговнилась. Ты её уронил. Походу, мамка в исполнении Даура пол дома не моет вообще никогда. Что? Мыть полы? Зачем? Да... Даур, ты просто залей кипятком эту коробку и ребенка впихни. И так будет проще, знаешь. Или ребенка кипятком залей, нормально. Да, тоже неплохо. И сразу минус две проблемы. И ребенок не голоден, и нет ребенка. Вот так. Держи. Кипяток нормальный его, да? Отлично. Нормально. И все равно выкинул, блин. Неблагодарная ты мразь, иди сюда. Так о чем его? Погоди, а че он же попил, че он выкинул? Даур, что-то он еще просит. Даур, он что-то еще просит. А, соска. Блин, ты нанес ему урон. В циферках. Так. Помой соску, она грязная. Опять? Снова. Господи. Но она же не на полу была. Пьяная мать горе в семье. Mother Son Known Battlegrounds, блин. Он как ребенок Кодзимы, блин, задница вперед. Господи. Ой. Так, ладно, тяжелый переезд. Пролесная игра, да? Наконец вас выписали из робо-роддома. Теперь вам придется следить не только за своим электронным карапузом, но и за собой. В смысле? Ну сейчас ты будешь себе мужика искать с прицепом, да. Да. Не, Даур, сейчас ты просто будешь искать себе мужика, будучи с прицепом. Да. И будешь говорить, мол, типа, чужих детей не бывает. И так далее. Пойду спрячусь, блин. От проблем этого мира, да? Ага. Да. Так, он доволен, ну, покорми вроде. Покорми его, что ли. Так. Даур, ты сам голый. А, я сам тоже должен жрать. Черт. Да. Присыпку поешь, или как кули. Или ребенка поешь.
Нифига себе, она живет. Нормально тогда. Я не толстая, ну, я не толстая. Раз пончик, два пончик. Действительно. Любить нужно за душу, да, Орда. И стола нету просто начисто. Так, где тут кран? Вот он. Блин, столько говна. Бля, у тебя еще посуда не мытая. Весь дом в говне. Блин, что-то упал. Я потом себе представляю счет за коммуналку и жалобы от соседей. Все? Че тебе еще надо? Ты... Даур вышел. А ну подними! Да. Давай подними быстро. Как... Пинай его, Даур, как в американской истории X. Боже! Боже, нет! Слышь, вспоминаю Омин сразу. Этого пиздюка, который там был. Ты же прятаться от него. Так, ладно, ну хочешь жратву. Иди ребенка корми. Ну на кухню, Даур, ну там все стояло же. О, ванна, Даур, я знаю, как избавиться от твоих проблем, а еще и стирал. Так, ладно. Ой, мы тоже есть хотим. Вишенка, раз, вишенка, два, три, четыре. Хуя, вишня питательная, оказывается. Так. Почему у нее так быстро аппетит-то появляется? Что-то мамка вообще прожорливая. Господи, не так... Максим, она откармливает ребенка, чтобы потом его съесть. Так. Да погоди, не скули ты. Сейчас будет тесть. Да... Давай. Так. Где его эта херня? А, вот. Блин, напряженный момент. Максим, давай Форт Боярд. Даур, под него работает лучше. Где сос? Это и смешнее смотрится, да. Да. Ты чего скрючило, как будто он манту намочил, блин? Что? Мемы, ей, Даур знает мемы. Даур, сам поешь? Гос, ты умрёшь, поешь. Нифига себе. Он сейчас блеванёт на меня. Чёрт. Ебать, что с ребёнком? Ему вставило, что-то Даур там намешал. Что? Что ты сделал? Он упал на меня. И ты такой без того, чтобы поесть. Фу, какая гадость, да? Ты поднял ребёнка над головой, опустил и отпустил его? Так, ладно. Максим, а знаешь, почему он проиграл? Потому что пацаны учились с пола не поднимать. Так, что он дальше? А, жрать будет хотеть, да? Пожри сама. Я говорю, это стиральный порошок. Да, не еда. Батон хлеба. Раз, два. Даже без майонеза. Без майонеза, какая так, гадость. Так, все. А тут что у нас? В моем детстве это был самый дежурный способ похавать, когда на улице да. Лень домой знаешь, идти жрать, еще? Покупаешь батон, майонез. Не, а дома, знаешь, что было клево? А батон, растительное масло и соль. Хрень. Не, ну это понятно. Нет, правда, мне больше нравилось гораздо с черным хлебом, а не с батоном. Блин, не знаю, батон мне нравится больше. Целую руку. До скорпиона, ребёнка покорми. Чем пахнет, да? Слышь, чем пахнет? Она была в жопе, да? Так, блин, где его жратва? Так. Поехали. Целую пиписку. Да. Целую котиску. Блин. Максим тебе говорит, просто зацикли трек и все. Да нет, там маэстро уже жалуется, что я наламываю экспресску и будешь потом расковыривать это все. Поэтому я не буду. Так, да господи, вода. Хотя могу уже научиться изотопом пользоваться правильно. Можно совершенно спокойно вырезать нахер музон из стримов, даже если он там был. Ну да. Так, как шумы из видосов. Ну да, просто. Вернее, как так же, как делать минусовку для дубляжей, только наоборот.
Ну, Максим, теперь ты будешь вынужден ему объяснить, как это работает. Блин, не успел накормить чувака. Нет, ты себе не успел накормить, Даур. А, я сдох. Все, я понял. Если мать умерла, и ребенок тоже. Блин, в этой игре более жестокий голод, чем в Расте. А в Расте он заебывает пиздец. Мне лень, говорит маэстро. Ууу, сука. Так, ладно, все, сейчас мы справимся. Побежали, мы все знаем уже. Live to win. Так, соску. Я не вместо Кати. Катя тоже должна была быть, но что-то у нее там, видимо, с рендером обзора вампирского не срослось. Иди поешь, Даур, и соску готовь. Блин, нихера она жрет. Даже я столько не жру, Даур. Вот ты роди, потом поймешь. Действительно. Между прочим, женщина во время родов испытывает самый больнейший болевой шок, который только может случиться. По шкале болевого шока это занимает первое место. По шкале Рихтера. И похуй, что такой шкалы не существует, нахуй. На самом деле существует. Болевая шкала? Да. Сложно представить, как это можно измерить, но... Ну, видимо. Нет, есть, да. Есть приборы, которые совершенно конкретно измеряют боль. Ты чё? О. Вы как вчера родились? Ссылку дай. Сейчас попробую. Давай. Это просто мамка Заки, а ребенок Заки. Окей. Существует, ну дайте ссылку, господи, ну что вы за... А, нет, нет, блин, все вытекло, так... Рожать это 3 удара по яйцам из 10 по 1 по шкале Кулакова. Да, Даур, отличный способ. Да ты просто, блять, мать года. Прощай. Страдания и боль, да? Дайте себе лучше мужика. Даур, я больше не хочу детей. Правильно, Ольга, правильно. Ладно, ладно. Даур, он не пропекся, по-моему. Подгузник, блять, ребенок. Давай заново. Так, ладно, что он там хотел жрать? Сейчас будет ему жрать. Так. Блин, все в кипятке. Миша. Да. Вкинул. Чатик пали. Давай. Блять. Сейчас. Какой подожди. Чат? Да кинь в личку ты, господи. Да, всем надо знать же. Окей, а давай. То там тоже в чатике некоторые писали, что я какой-то бред несу. Вот вам парочка ссылок. Одухотворяйтесь. Извини, количественные оценки болевой чувствительности. Мерилом чувствительности служит груз, давящий на металлическое острие, упирающийся в кожу. Или же сила сдавливания складки кожи щипцами. Чуть некоторых... не выронился. Блин, слушай, знаешь, что я видел на эту тему? А, мне что постоянно не говорили, так? То, что, типа, Миша, не забивай себе шею, это, типа, самое болезненное место, как локоть забивать. А я нихера не почувствовал, когда забивали шею. Ну, не знаю. Чувствительность кожи определяется при помощи электрического тока, раздражающего кожу, причиняющего боль. Ну, не, я не знал такой темы. Окей, Максим, все, беру слова обратно. Только я шкалы не вижу полевого шока. Почему он выкинул эту бутылочку-то? Где бутылочка? Блин, куда он ее выкинул? Да ты толстый просто, да, вот, кстати, да. Оценка чувствительности, а не боли. Макс, ты совсем ебобот, тебе говорит мажор Фрербах. Это единица измерения, сука, боли. Какой, сука, что ты есть боль? Сука! Млаки Альфон, спасибо за сотку. У Даура сегодня спасибо. Был тяжелый день. Угнал машину, сел в тюрьму, угнал машину, воспитал жеребенка. Пора бы отдохнуть в компании мужчин, своих близких друзей. Да, уже скоро, да. У нас полчаса осталось. И, видимо, без Кати это пройдет, да. Ты как, Даур, морально готов? Или опять мазаться будешь? Типа, ну, ребят, у меня голова болит. У вас такой грязный туалет. Не надо сейчас что-то. Да. Нагнетать, да? Да ур, пора пить чай.
как единиц боли остановится. Ай, блин, я забыл поесть. Вовнутрь. Вот еще для особо тупорогих. Для меня? Болевой порог, уровень раздражения, причиняемый нервной системе, при котором человек чувствует боль, болевой порог индивидуален для каждого. Ну, так именно. Что он индивидуален для каждого, про это и речь была, Максим. То, что, мол, нет, типа, речь женщина... была о том, что не измеряется никак. Измеряется. И есть и единица измерения, и устройство для этого измерения. То, что он индивидуален, это понятное дело. Чувствительность у каждого своя. Но речь шла о том, что, типа, никто это не измеряет, и нет ну, никаких устройств. Типа, что за бред? Ты, типа, в числах можешь это представить? Ну, это оптимально для всего человечества. Единица измерения боли существует, понимаешь? Она числовая. Хорошо. Но, тем не менее, она подходит для всех женщин, для всех мужчин. Она объективна. Бытует мнение, вот предыдущая одна из ссылок там была про боль во время родов. Бытует мнение, что организм человека способен вынести до 45 дел. Дел — это как раз вот единица измерения боли. Но роженица при родах испытывает 57. Что не так? Цифры измеряются. Что такое делы? Так. Я же не спорю, что оно субъективно там и так далее. Речь шла о том, что типа не измеряется и нет устройств. Есть устройство, измеряется. Что не так с тем, что я сказал? Блин, опять все. Так. Все, ты доволен? Ты доволен? Попу себе засунь его. Опять соску хочет. Куда он выбросил соску? Дола называется, если быть точнее. Почему Даур такая рукожопая, я ж мать. Мне кажется, он не очень претендует на звание матери года. Сука! Маргрей, спасибо за сотку, что значит эти числа Мейсон. Это отсылка была какая-то. Почему тут грудью нельзя кормить? У Даура уже 60 дел. Из скольки возможных. Так. Блин, у меня даже еды не осталось. А, вот тортик. Так. Ты выключись. Блять, я нашел пасту с 2 часа, сука. Я явно не там ищу. Так, ладно. Кажется, он нюхнул чего-то. Вот. Так, где были памперсы-то? Блин. Так, есть изменения боли, ну-ка. Воу, я чуть с голода не подох, пока я его памперсы менял, господи. Да, неплохо, неплохо. Давай чайную комнату, время осталось 20 минут до ура. Ну, вы думаете, 20 минут там понадобится на это? Макс, а ты вообще видел чайную комнату? Нет. Она вообще о чем? Сейчас увидишь. Я тоже охренел первый раз. Короче, я не нашел группу, поэтому я пока оставляю вопрос открытым. Потом поищу еще, когда время будет. Ну окей, мнение Максима, его ссылку я принял. Погоди, трехочковый бросок. Стой, бытует мнение, что организм человека способен вывести 45 дел, роженец в природах испытывает 57. Это уровень даже сравнивать с болью от переломов 20 костей, полученных одновременно, однако это утверждение не имеет научного обоснования, исследователи в этой области пока не позволяют провести измерение боли во время схваток в природах. Также стоит отметить, что никаких официальных единиц боли не существует, есть лишь схожие реакции отделов мозга на боль. Пишут нам в чате. Ну так а эти какие официальные, неофициальные, я не пойму. Вот к Насте подключали там во время схватки аппарат, который конкретно там показывал вот этот уровень боли. Понятно, что это все индивидуальное, но я не говорю, что там есть система сравнения там и противопоставления у разных людей. Понятное дело, что это все в рамках одного человека делается. Но аппарат, который это измеряет, как бы, и отслеживает реакцию.
Я не буду спорить, потому что не шарю. Я это, фу, не одобряю. Блин, поэтому пока промолчу. Не запускается чайная комната. Не запускается, да, Даур? Не работает, наверное. И сейчас такой, оп, ребят, извините, игра вылетела, стрим упал. Давайте до встречи, да, увидимся в следующий раз. Лекции с дуачей, ебой. Блин, что за прикол-то? Так что там с этим, с чайным домиком-то? Сейчас что-то, ну я нажимаю, комнаты. Она в процессах висит, но ничего не появляется. Мне стоит покупать 15-ю финалку, даже если не играл. Сука! А, Максим, поставь, пожалуйста, Unlucky Alphonse, тебе ссылочку закинул. Тебе скинуть ее в личку? О, Максим, бля, давай, ставь, похуй. Давай, я скинул в личку, насрать. Куда, в Дискорде? Да. Давай, оно стоит того. Спасибо, Unlucky Alphonse. Прям на репит. Там правая кнопка, ну, повтор, да, давай. Даур. Сейчас, мне бы игру запустить, что-то она... Да. Мы все тебя ждем в баре «Голубая устрица». А, вот, запустилось, сейчас запустилось. Даур. Проходите в вашу чайную комнату. Итак, для тех, кто не в курсе, ребят, сейчас Даур кратко будет показывать, что делает Орда. Научный эксперимент. Так а чё не отображается сама игра-то? Ну, сейчас, я пока её настраиваю, она что-то глюканула. Я пока настраиваюсь, психологически ещё выгоняю, чтобы не позориться, да? Это будет нечто незабываемое для того, чтобы. Там него судорожно проходит сейчас игру и не показывает пока этот процесс, чтобы там понять, как она работает. Ой, я захватить забыл, да? Так. Блин, даже я сейчас чат войду и капопрайд поставлю ради такого дела. Так, ну ладно, поехали. Оно пошло, ребята. Так, чайная комната. Вот вам Килебра Прайд, пацаны. Так. А почему она чайная, а нарисована... Сейчас ты поймешь, Максим, что такое чайная комната и откуда появился этот жаргон. Еще музыку не могу сделать. Че? Что-то игра не отвечает. А, все, пошло. Исторический симулятор от Роберта Янга. Чайная комната. 0 из 8 призов. Очок, да. Ты, главное, не забывай. Главное, чтобы это, ментов не палить. Но менты тебя не спалили, Даур. Так. Давай. Что? Давай, Даур. Даур, пора. Настало время. Не настало время. Давай, Даур. Ты знаешь, что делать. Что происходит? Максим, просто помолчи и наблюдай. Блин, я смотрю на него, мне самому встать захотелось. Давай. И покурю за. А, нет, стоп, не, Максим, уже не уходи. Что? Вот смотри, как что сейчас вылезет у него. Добро, сначала пасы, там нужно последовательность. А что за таймер сверху? Не знаю, время, за которое нужно продержаться. Теперь, Добро, посмотри на него. Обоссы его. Что это? Он смущается. Посмотри на его, что? На его оружие. Оно выросло. Что?
Короче, автор хочет сказать, какого что... Какого хера мы это что? Смотрим? Что происходит? Максим сейчас такой просто «Fuck you!» Просто... Это геймплей, я так понимаю, это... да? Не-не, геймплей, геймплей сейчас начнется. Да, да. Еще немножечко осталось, Максим. Миша уже проходил, да нет, я это даже не пускал, но... Это должно было случиться, Даур. А что смотреть, нажать и перетащить, блин? Что за нахер? Что это такое? Пиздец, ёбаный. Ты что-то нужно делать или все? Наверное, да. Так, я лучше это сверну, а то мне мамка запретит с вами стримить. Больше меня не отпустит на стоп-гейме работать. Даур, он Даур, у него ствол плавится, давай быстрее. Не, все, я точно пошел. Давай, Максим. Давай. Даур, быстрее. Блин, это просто... Это симулятор. Симулятор. Я знаю, Даур, это пиздец. Я не думал, что здесь все настолько будет детально. Даур, у тебя время ограничено, там скоро менты подъедут. А не пропаганда ли это? Нет, ребят, на самом деле это у нас наждачка, и, а это просто оружие. О боже, что там за патроны считается? Я не узнаю. О господи, блядь. Ну блин, нахер. Полиция. Будь стеклом закончен, значит. Ремингтон. Ой, я могу его застрелить, нет? Вот и автомат, стреляющий в лицо, да. А почему 8? Один есть, да. Ну, это, видимо, разное оружие нужно тебе опробовать. Он стал автоматом, стреляющим в людей, да, в лица. Тиром Battle Royale. Это симулятор Орды, да, ребят? Ну нахер, короче, все, ребята. Вы просили, вы получили. Удовлетворил. Почему дробовик черный, чувак же был белый? Но он был не совсем белый. Ищи магнум, говорят. О боже, все, мы не будем это продолжать. Кончился, да? Видимо, это цитира на то, что все владельцы оружия в США. Выбей платину. Не, ребят, это... Эта игра сделана в протест о том, что, типа, в каком-то там геев штате, да, установили скрытую камеру в общественном туалете и снимали, как геи, короче, друг с другом совершали нерекомендуемые действия. Непотребство, да. Нерекомендуемые для вас, естественно. И, короче, да, и их арестовывали. Вот, так что... Если вы геи, не делайте это в общественном туалете, пожалуйста. Да. И не носите с собой оружие. Чем God of War. Да. Не будем в этом. Все, ребят, ну это конец, типа, тут большего тут и не будет. Тут больше ничего контента нет, не завезли, пацаны, сорян, да, ждем DLC. Как теперь идти спать, смотри. Ну нафиг, ребят, все, нафиг. Больше таких игр мы не возьмем. Моргай, спасибо за сотку, вся суть дропшотов в этой игре. Дропшот. Ладно, ребят, да, действительно, все. Хотя еще 10 минут у нас есть, да, хотя да. Да, у тебя есть возможность продолжить, да. Катя не пришла, это плохо. Катя не пришла, да. Но других игр у нас нет. Вы закончили? Вы кончили? Мы там чувак, короче, выстрелил несколько раз в стену, знаешь, из дробовика. Да, да, да.
стал да автоматом стреляющим лицом. Да, да, конечно. Рендер у нее, ага. Ну да, 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 да. Да, она просто не захотела тут всякие симулятор матери смотреть, наверное. Я спрошу, это не самый зашкварный выпуск стимподоса в истории был сегодня или нет? Хочешь, что так, да. Можно и так сказать, наверное. Даур, неужели это было настолько страшно тебя? Слушай, а после этого нужно включать два стула игру. После этого нужно помыться, я считаю. И отвечать на те вопросы. Пойди Сашку свою одежду, да. Да, после такого стрима можно. Сашку свой ССДшник, пожалуй. Попрошу дискордовский саппорт еще раз удалить мой аккаунт. Тебе надо теперь просто осветить вообще все помещение, да. Все, тащи кадило. Оль, у меня к тебе... Олю, ближе к микрофону, пожалуйста. Оль, у меня к тебе вопрос философский. Как ты после этого видишь своего мужчину? Подожди, я еще не отошла. Мы тебя не слышим, Оль, ближе к микрофону. Так, говорит. Так, сейчас, подожди, надо убрать, наверное, вот это вот. Да, музыку. Оленька, ближе к микрофону, пожалуйста. У нас интервью с жертвой этого зрелища. Давай в другой раз это обсудим, я еще не отошла. Я понимаю, это тяжело. Отойди, да, отойди от него. Да, давай. Оля, Оль, я просто предупреждаю. Контакт зашкваренным, как бы и тебя делает зашкваренный. Семья зашкваренных. По правилам двух стульев, да. Оля, так я его не знаю. О, господи. Ну, неудивительно, что этой игры нет в Стиме, вот, на самом деле, да, она только на официальном сайте разработчика, который до этого делал тоже какой-то, он до этого делал какой-то проект, выложил его в Стим, но из Стима его удалили в итоге. Короче, ну, рефанд зато... сделать нельзя. Да. Ребят, теперь вы, я думаю, пересмотрите отношение к оральному сексу и вспомните цитату ежика Соника, что сосать хуи — это по-пидорски, вне зависимости от пола. Даже если это оружие. Оружие массового поражения. Массы да. Прям поражаются. На этой философской ноте, я думаю, можно стримы закончить. Да, всем добрых снов, хотя это маловероятно. Очень. Это уже то. Ладно, ребят, да, действительно, спасибо всем за все. Вот, будьте всех молодцами, пока. Не совершайте ошибок, не берите в свою машину незнакомых людей, пока ваш дядя спит. И в рот тоже не берите. И пирожок в яме. Да-да-да, на всякий случай. А из двух стулов выбирайте меньшее зло, как Геральт из Риви, или не выбирайте вовсе. Как Геральт, скрывающий боль. Всем пока. Пока, ребят. Счастливо.